напишу тебе сумму целых. И мне как улыбаться научиться тебе силу. Я бы заделался маленьким калибри и незаметно бы пропал. И я напишу тебе сумму целых. И мне как улыбаться научиться тебе силу. Я бы заделался маленьким калибри и незаметно бы пропал. И иду. Тоже богат, пара бед упрет. Ты не тот разряд, разочарован миром. На что гораздо, из лица гримас, которая для масс. А я был готов перепадом залить то, что видит глаз. Сильно валом в этом болоте затих. Уже не прет против тех, кто портит правильный мотив. Когда уходит на год, ты вспомнишь внутри. Уже не та, что говорила брошу, богатым не лги. У себя хотя бы фабрику в дверь могла. Накинули капли, это для добра. Но пропиты души, на любовь. Кружки давит удар, и не хватает слов. Убей мозги, зарви на нахуй. Согласны, мать, это мороз, герань. Все это твари. Напишу тебе сумму целый дом, приколи мне. Как улыбаться, научиться через силу. Я бы заделался маленьким калибри. Незаметно бы пропал. Я напишу тебе сумму целый дом, приколи мне. Как улыбаться, научиться через силу. Я бы заделался маленьким калибри и незаметно бы пропал. Я просто буду кому-либо там лечение. Я сенчок, истина моя зовет, а ты мой забор. Сколько демонов кинет, да, Чака Флорис. В круге сколько ствол, за поясом сколько дерьма и гордости в одном флаконе. Ну-ка давай-ка заходи, рука фай парит. Кто-то ходит, безумство храбрых, респект, но нерисованных. Не тем, кто в паниках заблеванных. Ладно, забей, сегодня Питера, брат, ты берет людей. Я не добей, гугле, ты же друг добрей. В этом говенном мире, спасает улыбки, ребенка, смех близких. Ну, не будь драконы, мертвые души мертвых. Хотел услышать, ты насторожили меня эти бреды.
играть за точку. На рубере то, что вряд ли продают в рассрочку. Под манки не дилетантов, динамиками в клочья. Буду разорван, это мораль из дома. Кто-то хочет выпасть, но не оттяги крыло. Подолби, дыши, пиши. Ежели решила эти виражи преодолеть, набирайся сил, брат. Придется попотеть, но ты на репейт, плотно ли забить пас. Как ты ликит, ты молитекс, это безразно. Всего попали, дабы не попадались фараоны. Говори без дома, ну хотя бы постарайся. Ну а я пишу о том, о чем ты хочешь слышать. Ритмами кручу, вершу и становлюсь все выше. Солнце согревает крыши, стены подрезают мыши. Ну а я пишу, готовлю новые афиши. Насторожили меня эти биты. Видимо, фигуры я до самой плиты. Дабы не видели в залах наших клипы. Я пишу о том, о чем бы хотел услышать. Ты насторожили меня эти биты. Видимо, фигуры я до самой плиты. Дабы не видели в залах наших клипы. Я пишу о том, о чем бы хотел услышать. Ты насторожили меня эти биты. Насторожили меня эти биты. Насторожили меня эти биты. Дабы не видели в залах наших клипы. Я пишу о том, о чем бы хотел услышать ты. Не теряйте лучшие моменты в вашей жизни только потому, что вы не уверены. Ты знаешь, ты не безумный, ты просто воздух, ты просто всегда дикая. Обвиняешь, что жизнь все такая дикая, без дикая, волна гипноза. Но с самого детства слышу, там было поздно. Опоздание и пунктуальность, все твои сестры и твоя дикальность. Подарок и зелье, это твоя слабость. За тобой бежать, а что нам осталось? Ты, ты всегда нарубишь. А мы путаем людей в поиске сокровищ. У нас летучие песни, ей народ на помощь. Время тебе смеется, пока ты думаешь. Возьми себе уже будильник. Узнайте сейчас, ты Москвы превратитесь в будильник. Тебя не догонит Бугатти. Но в могиле сколько времени отдал и перед нами. Ты же любишь.
куда ты, блядь, побежал? Щегол.
штучки собирает, 20 штук все он собирал. Thank you.
И да, блядь, сука. Thank you.
сука. Блять, они мне, сука, заебали, блять. Стопы, стопы, блять.
Надо здесь придется побегать, а тоже, мать. Так и не кисло. Да. 6 из 25. Оп. Вот щит бы выбить. Вроде щит здесь тоже падает. Mm-hmm.
чё, блядь, я вас всех здесь порежу, ага. Сносит вас. Станы давай. Ой-ой-ой. Еще один что ли. Вот этого надо убить нам. Хрясь нам. Если хп и почки 200, это чудо я. Такой же мы. Сратому. Все судьбы. Конечно. Раньше этот амулет, который сейчас падал, он раньше с этого упадал. С первого захода, короче, на этот. На Гордона. И вот там раньше убивали от амулета, а эти сейчас. Все уники падают с локацией, смотри как. Вот плюс 3, 30-60% почки будет, повышенный шанс к почкам. Вот, нет никого. Отстаньте от меня, я крапына. На, нахуй. Долбанный. Клопы. И вот этих лягушат хватает нам.
все так бежать. Ну. Сейчас ускоримся. Ну. Пока 7 собак. Из 25. Да, придется побегать здесь, чтобы... Я не думаю, что здесь такой сложный будет квест. Душат меня уже, ну, пытается развездить. А еще выпадение-то, это кубов-то не очень большая. Я не представляю, типы делают вообще этот пятый плащ. Там-то же вообще же ничего не падает, ну, насколько я знаю. Ну, люди он делают, ну, не могут сделать. Ну. Месяцами говорят, делают квест, ну. Ну, я почти убил его, ну. С одного этой, ну. Был бы, вот, шанс хита бы сработал бы, точно бы постелил бы, ну. Получается, резается. В разных местах. Восьмой бонус. От 9 собирать. Вообще не представляю, как это будет. Там-то еще жестче ротация будет. И повышенный шанс блока 60% будет.
придется потеть, ну, за плащик. Ну, плащик достойный будет, ну. Что на мячик? На двух выскину. Как зашел, а как даун. А здесь еще могут и падения обойти. Либо, короче, надо делать тогда, когда, короче, локация обновится полностью. Либо нахрен не знаю. Ой-ой, два сразу стану. Пацаны, а теперь я. Все. Все. Разобрались. Я стану разговаривать буду. Нету нахуй. Снесло нахуй. Ой, КВП опять маленький. Негодница. Просто от резни дошло нам как раз. Сколько их? Еще трав. Это безумие, да. А вот так вот пацаны бегают, наверное, целый день. Десятки. Ну что, мы вот здесь сейчас пройдем. Смотри, зажали меня.
безумца на палубе. Крамов сколько, а? Полное безумие. Один века, самого конца, кажется. Огромный лет убесный. Босса, блядь, иди нахуй отсюда, блядь, чё, сука, блядь, пидор, блядь, ебало порежу, сука, нахуй, ебучие укори, блядь, донный, блядь, персонажи, блядь.
есть, то нету там, блядь, не поймешь, блин. Стоял, бля. Все карты уже, бля. Псы тупые, бля. Еще 15 штук надо их, блядь, набить, бля. Я все охуежу, бля, с них, бля. Все, может, да, он за это да. Ну, вот 15 будет передвижено. Крепость сюда скинем. Десятку. Из 13. 3 останется здесь, здесь десятка. Плюс этот будет у нас сет. Все тип-топ. Что я квестовал? 10 элитных монстров или производителя убить надо, да? А чисто горку пошел, запинал 4 раза, и все. Фига я там нафармил, чтобы 10 штук добить, ну нормально столько. Здесь побегать надо. И тролль. Здесь же эти огненные это типы. Да, здесь. Да. Которые хилят, создавали тоже, их надо было, вчера собирал я.
пиздец, уже бежит с палкой. Ну. Как его надо, ну? Он еще станы расписывает, что ли. Ты че, пацан, я сейчас развернусь, вам голову отрежу. Типы. Опс. Лошадки огненные. Хрёсьмо. О, бригада целая. Вместе с лошадками мимо. Он запрыгнул. Раз. Два. Все, на, пацаны. Этот сразу кивается на отхил. Сколки не будем собирать, осколки не... Ну ладно. Сколько будем собирать на волка, на акцию надо. Сто 55 золота. Ну сколько золота сразу на плащ ведет, например. Дерево потушило. Как зверь, вот так вот. Надо в Междумире идти, короче, качаться, на 40-й апать, на, одевать на себя этот, пробовать, мерить этот цвет, как он будет вообще. Да искать даже какой-нибудь щит там с повышкой, ну, процентов 30-40, а лучше 60%. Где эта штука, это телепорт, ну, вон он, где. Искать, одевать, ну. Надо закупиться синичками. Что у меня получается здесь? 10. Чини здоровья 10%. Прочность доспеха на 20%. И повышенный шанс сбоку на 60%. Это 4 вещи. Раз, два, три. Три будет только. Здоровье 200, прочки 200.
все безумно бегают на акции. Да. А иди, говорит, куда-то там, говорит, горку быстрее качаться. Да. А я знаю, что на горке качаться, но ты понимаешь, что мечу тяжело очень сильно убивать горку. Да. А на ТВ-3 я быстрее по этому. На фарме. Я знаю, что там можно у эти выбивать. Ну. Кого он уже бегает с этими, ну? С плащами, ну. Горка это оптимальный вариант. И плащ, и метелка выпала. Thank you.
тебе, куда же ему уже? Сейчас отпишем еще чуть-чуть и пойдем тут точно на голову. Плащ, вот этот. Беги, Форест, беги. Ну что, второй он. На хард можно ходить потом. Ну, затратно это все. Thank you.
нужен один еще стопудово дамагер. На Атланте или в этом надо искать кого-то. Thank you.
А, нифига себе всовал, ну под синькой, блядь. Хереть игру мотельно. Два стана на то. Это поставить.
нихера там лучит. Блядь. Только хила нету, блядь. Медуз надо убивать, а он, блядь, стану дает, так успевает, блядь. На кого мы там с тобой, блядь, нахуй наделаем, что ли, блядь? Нахуй не пойду, блядь, с тобой, блядь. Ты еще на одну хруки, ебаный, блядь, ДЦП, блядь. Какой у тебя там дамаг на одну хруки, блядь? Мы ее год будем бить, ты же, блядь, не на синюю, блядь, бьешь. А я синьку тоже нахуй сливать не собираюсь здесь, блядь. Нахуй мне это надо, блядь. Нахуй, блядь, твой этот, блядь, горга твоя, блядь. Понимаю бы, на двухлуке еще бы бил бы, блядь, под синькой, блядь. Все на зеленке будут бить, а я должен синьку сливать на двухлуке. Нахуй ты нужен такой, ёпта. А вот ты он, блядь.
только что никого нету, да я хуй поверю, что, блядь, любого рынчиков нет никого. 10-й, 37-й. Выходной день, хуй найдешь кого, блядь, в пати, блядь. Че, сука, блядь, заходить на паутинник, что ли, блядь?